Привет. На Ютубе есть такой популярный жанр, называется распаковка. Ну, наверняка сталкивались. Люди что-то покупают, открывают и, значит, делают обзоры, радуются или, наоборот, печалятся тому, что находят внутри. Мы все решили сделать наоборот, ну, как обычно, у нас все кверх ногами. И сегодня мы сделаем запаковку. Запаковывать мы сегодня будем вот такую коробочку. Эта штука называется «Сделано медиабокс». И это такой сундучок со сказками и коллекция методических материалов для медиатренеров, педагогов, которые ведут школы журналистики, школы блогеров, различные медиасмены в лагерях там летних и зимних. При этом совершенно не обязательно, что мы говорим о подростках или о студентах. Да, кстати, на факультетах журналистики и около них тоже можно использовать эти материалы. Мы говорим о абсолютно разновозрастных людях, заинтересованных в том, чтобы разобраться с миром современных медиа, с медиакоммуникациями, с вопросами вот новой цифровой реальности, в которой мы существуем. При этом есть несколько принципов, которые лежат в основе этой коробки. Принцип первый. Все включено. То есть, когда педагог или медиатренер получает эту коробку, для каждого тренинга у него есть все материалы, которые ему необходимы. Не нужно ничего там дополнительно искать, дополнительно скачивать. Полностью все материалы, и цифровые, и бумажные, которые необходимы для работы в группе, у педагога есть. То есть концентрация внимания у человека, который тренинги проводит с помощью этой коробки, концентрация внимания на группу, на взаимодействие, на отработку навыков. Это первый принцип. Второй принцип. Я уверена, и я, и Настя Похорукова, которая мы вместе создавали эту коробку, мы уверены в том, что навыки отрабатываются только на практике. То есть можно сколько угодно проводить ля-ля-ля лекции о том, что софт-скиллы важны, что работать в команде, это там навык будущего и так далее. До тех пор, пока вы не поместите людей в пространство, где можно этот опыт получить, работы в команде, там рабочие конфликты, там выстраивание различных вариантов и стимулирование креативного мозга и различных подходов. До тех пор, пока люди этого не пощупают, не сделают на практике, все книжечки, все прекрасные слова общие о том, что это важно, это все бессмысленно. Поэтому это только практика. И даже те вопросы, которые там требуют философствования, размышления, там, поиска каких-то выработки своей позиции, даже такие вроде бы абстрактные штуки мы тренируем исключительно в рамках практической и проектной деятельности. Ну и третий, наверное, принцип, нужно сказать, это принцип связанности. То есть все у нас три коробки, три тренинга. Все они подчинены, да, и упакованы в систему. Давайте сейчас покажу, из каких запчастей состоит коробка. Мы берем сейчас пока первую, вторую в другом ролике покажу. Значит, что хочу показать в первую очередь. Это называется квестбук. Это такая штука, которая дается каждому участнику вашего клуба. То есть одна коробка рассчитана на клуб, либо на кружок из 20 человек, то есть в одной коробке вы получите 20 вот таких квестбуков. И вы отдаете этот квестбук вашему студенту, вашему ученику, члену вашего клуба. Значит, что это такое? Это абсолютно индивидуальная, фактически такая рабочая тетрадь. Это индивидуальный трек, то, как человек идет по пути, по тропинке овладеванию этими софт-скиллами и различными навыками. То есть каждый тренинг, который есть в квестбуке, есть задачи, которые человек может самостоятельно сделать для того, чтобы овладеть теми или иными навыками, и есть там пространство для такого мини-дневника, да, для отметок, что человек сделал для того, чтобы тем или иным навыком овладеть. И здесь есть место для наклейки. Что такое наклейки? Они тоже есть в коробке.
Когда у вас участник проходит тот или иной тренинг, по итогам, если обучение в рамках одного тренинга закончится, то вы ему выдаете наклейку, которую он вклеивает, собственно, в свой квестбук, отмечая тем самым, что шаг, серьезный шаг в сторону овладения этим навыком был сделан. Таким образом, вы, во-первых, даете человеку, по сути, навигационный лист, да, навигатор такой, который помогает ему понять вообще, какой опыт он может получить в рамках вашего медиаклуба, и отмечает свой прогресс. Плюс все те там, идеи, рекомендации, что нужно сделать, чтобы овладеть тем или иным навыком, это плюсом к тому, что вы будете делать на тренинге. То есть это такой навигатор и волшебный пендель для человека, которому эта тема интересна. Ну, собственно, это вот такая штука, которая называется квестбук. Человек, проходя по этапам квеста, он отмечает там наклеечками этапы своего прохождения. Как долго можно этим пользоваться? То есть здесь абсолютно вы рулите сами всем таймингом. То есть вы можете сделать концентрированно, пройти 10 тренингов, ну, условно, в рамках одной медиасмены, и тогда у вас будет один тренинг в 2 дня, и концентрированно у вас люди этот квестбук пройдут за смену. Вы можете прям совсем интенсивно и сделать за 10 дней смену, и тогда они у вас будут там один тренинг в день. Вы можете сделать это еженедельным клубом в рамках школы или в рамках какого-то центра досуга, комьюнити-центра. И тогда каждую неделю люди будут к вам приходить, и раз в неделю вы будете проводить этот тренинг, и тогда это будет там 10 недель, 12 недель на самом деле, в первой коробке 12 тренингов, извините. После того, как мы поняли, как этой штукой пользоваться, мы сейчас запакуем эти материалы в коробку. Она у нас такая красивая. Сначала мы положим наклеечки. Они все разные, красивые, замечательные. Теперь нам нужно сюда положить 20 квестбуков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я говорила, что первый принцип коробки – это все включено. Следовательно, для медиатренера, для педагога, который будет преподавателем, кто будет с этим работать, необходимы методические материалы, да, методички. У нас это называется сценарий тренинга, и все сценарии тренингов, которые вам необходимы, они у вас есть вот в виде методических пособий. Они, если вы заметите, в 3 разных дизайнах, и это не случайно. Вау! Значит, зеленые методички – это методички, где тренинг направлен на отработку какого-то формата, какого-то конкретного инструмента. Вот в данном случае это методичка тренинга «Как создавать ботов», «Как создавать инфографику», «Как создавать интерактивную экскурсию», «Буктрейлер», «Как снимать». Вот у нас есть методички зелененькие. И они называются «Создаем что-то». Дальше у нас есть методички, которые называются «Осваиваем». Это такие комплексные навыки, комплексные тренинги. И здесь люди решают не одну конкретную задачу, не один конкретный навык, а отрабатывают такой спектр. И поискать информацию, и верифицировать, и договориться с кем-то, и снять интервью, смонтировать, например, и так далее. То есть вот у нас есть история про самопрезентацию. Там есть элементы и вообще презентации, ну и в том числе и как презентовать себя, как вообще формулировать, кто ты, что ты, что ты умеешь, и как про это интересно рассказывать. Да, значит, осваиваем мультимедийный сторителлинг. И здесь я скажу, что эти навыки сейчас нужны очень разному спектру людей разного возраста, разных профессий.
осваиваем умение брать интервью при этом, мы понимаем, что интервьюирование – это такой навык, который необходим далеко не только журналистам, далеко не только блогерам. Естественно, что мы, спрашивая кого-то, разговаривая с экспертом, по сути, применяем все эти навыки в любой отрасли, в которой мы работаем, поэтому эти медианавыки необходимы сейчас широкому спектру людей. Значит, осваиваемое умение работать в распределенных командах – это навык, который там, в эпоху коронавируса очень внезапно стал сильно востребованным. Это когда вы можете координировать работу команды, находясь не в одном офисе, да, находясь на расстоянии друг с другом. Ну вот так случилось, что мы заранее подумали о таких навыках, потому что международных компаний, межрегиональных компаний, фриланс, все это, то, что сейчас развивается как способ организации рабочего места, удаленная работа, все это требует определенных навыков и со стороны менеджеров, и со стороны сотрудников. Поэтому вот эти навыки мы в этом тренинге отрабатываем. И осваиваем мастерство репортажа. Умение видеть, что происходит, умение вычленять из того, что вы видите вокруг, вычленять интересное, быстро формулировать, быстро реагировать на то, что происходит. Вот, собственно, это навыки репортеров, которые, опять же, необходимы, если вы ведете трансляцию, если вы попадаете на какую-то конференцию по вашей тематике, вам эти навыки пригодятся, даже если вы не будете работать журналистом или блогером. Ну, давайте посмотрим, как устроена методичка внутри. То есть они все сделаны по одной схеме. То есть вы, освоив одну, уже сможете дальше двигаться легко. Если для тренинга понадобятся какие-нибудь цифровые материалы, либо презентации, либо видеоролики, которые необходимо показать, эти все материалы, они есть у педагога, который работает с этой коробкой, они есть в облаке, в электронном, откуда он их может скачать и продемонстрировать в рамках этого тренинга. То есть вот, а дальше пошли по шагам, с чего начинаем. Черным написано, что нужно делать, синеньким написано то, что педагогу на что обратить внимание, что важно, какие темы затронуть, возможно, какие вопросы позадавать наводящие. То есть это прям такой хороший навигатор, фактически сценарий для, значит, для ведущего этого тренинга. Следовательно, вы, изучив это, попрактиковавшись, вы можете этот тренинг проводить и дальше. То есть вот у нас есть блок «Осваиваем» и у нас есть блок «Разбираемся». «Разбираемся» — это более такие смысловые, более сложные, более философские, на понимание, на контекст, на умение аргументировать, там, вырабатывать свою позицию и так далее. Почему мы вот три этих типа укладываем в одну коробку? Конечно, можно сделать просто инструментальную школу. Мы вас научим делать сторис, мы вас научим, не знаю, пользоваться мобильным телефоном, мы вас научим монтировать. Такие инструментальные занятия, они важны, конечно, они дают человеку возможность прямо быстро почувствовать, что он научился делать. Вот не умел снимать буктрейлер, хоп, и начал снимать. Но инструментальной школы недостаточно, ремесленных навыков недостаточно. Для того, чтобы выбирать, какой инструмент для каких задач использовать. Для того, чтобы понимать, зачем ты делаешь тот или иной контент, вот эти все смысловые тренинги, они тоже имеют значение, они тоже важны. Потому что очень часто, когда мы разговариваем там, с заказчиками тренингов, либо с участниками, они постоянно говорят, мы хотим научиться понимать. И вот это вот понимание, оно приходит через дискуссии, оно приходит через рефлексию по поводу там, сделанного какого-то проекта, который получился, либо не получился. То есть вот все это заложено вот в методике, все заложено в сценарии, и поэтому мы каждую коробку делаем такой смесь и ремесленных навыков, и таких комплексных, и навыков рефлексии. Кладем сценарии в коробочку, там они лежат. Что у нас еще есть в этой коробочке? Вот у нас есть сценарий, вот у нас есть трек,
который помогает человеку держать фокус. Еще у нас есть блокноты. Блокноты привязаны к конкретному тренингу. То есть вот это вот блокноты для самопрезентации. Вот это блокноты для съемок буктрейлера. Видите, да, зелененькие про создание. Вот у нас есть, это распределенная команда у нас будет заниматься видеопродакшеном. Вот у нас есть блокнот для репортажа. Вот у нас есть блокноты для интервью. Количество блокнотов зависит от того, как в сценарии тренинга прописано, на сколько групп мы делимся. То есть блокноты – это для командной работы. Они в процессе тренинга используют это как навигатор, как такой поэтапную деятельность. То есть здесь у нас все тоже размечено. Здесь у нас есть таблицы, которые необходимо заполнить. Здесь у нас есть все необходимые отсылки, необходимые QR-коды, ссылочки, которые вам понадобятся и так далее. То есть, опять же, принцип «все включено». Вам нужно освоить, вам нужно понять сценарий, вам нужно и потренироваться, им пользоваться. И затем вы можете эти тренинги проводить, естественно, не один раз, потому что методички остаются, потому что материалы основные раздаточные остаются. Вот у нас блокноты, которые необходимы для проведения тренингов. Их мы тоже кладем в коробочку. Что еще у нас есть? У нас есть такая штука, как карточки. И это только маленькая часть тех карточек, которые у нас есть. Значит, в каждой карточке наверху написано, к какому тренингу относятся эти карточки. Следовательно, вы их не потеряете, вы их всегда можете разложить по покупкам. В этих карточках, опять же, все это прописано в сценарии, какие фразы, какие карточки, в какой момент вам нужно отдать командам, с какой задачей, какую задачу вы поставите. Вот. Они плотные, ламинированные, то есть они не одноразовые, можно их использовать несколько раз. И вот так вот практически по каждому тренингу у нас есть карточки для самопрезентации, есть у нас карточки для тренинга по инфографике, которые, опять же, необходимы для, там расписано в сценарии, каким образом их использовать и в какой момент их отдавать командам. Вот у нас есть этикет, да, у нас есть карточки для того, чтобы участники вашего там медиаклуба учились писать письма, учились обращаться к экспертам, учились коммуницировать в цифровой среде, где очень-очень разные люди. Вот, собственно, сетевой этикет – это такой тренинг по отработке навыков эффективной коммуникации, понимания, как, почему люди откликаются на какие-то запросы, почему люди не откликаются, и как сделать это корректно, вежливо и культурно. Опять же, не ля-ля-ля рассказываем, да, а в рамках тренинга и проекта. Вот, собственно, я вам сейчас покажу, сколько карточек. Вот у нас вторая партия карточек. Это тоже про этикет. Это для буктрейлера. Это вот для видеоролик. Снимаем в распределенной команде. Здесь у нас репортажный, самая толстая репортажная, потому что мы, по сути, учим создавать там раскадровки, выбирать кадры, формировать репортажную вот эту вот ленту. То есть это такая штука, которая помогает людям не придумывать в голове, да, как бы вот они поставили фотографии в какой-то ряд, какие принципы комбинирования там фотографий есть. Не надо ничего придумывать. Вы берете конкретный набор фотографий, вы берете описание события. Для описания события у нас есть тоже листы, где есть реальные пресс-релизы, где есть там реальные программы праздников, используя которые ребята там или
не только ребята, да, но и взрослые люди учатся делать репортаж из готовых элементов. Вот у нас есть вот такие вот тоже материалы для раздатки. Вот есть вот такие вот листы, где можно рисовать. Есть вот такие вот листы. Вот такие вот листы для дебатов. Вот такие вот листы для дебатов, где мы учим людей аргументировать. Ну, потому что, знаете, да, у нас сейчас на телевидении доминирует стилистика не ток-шоу, а ор-шоу. Очень сильно хочется, чтобы люди учились аргументированно, квалифицированно спорить друг с другом, да, вести дискуссию. Не просто кто кого победит, да, а найти зерна полезного в позиции разных сторон. То есть вот это все прописано в сценарии. Для всего этого есть рабочие листы. Для всего этого есть карточки. Это еще одна у нас пачка карточек. Это у нас для интервью. Мы моделируем интервью с помощью этих карточек. То есть все это рассчитано на то, что вы в рамках там 90 минут, 100 минут вашего тренинга вы сможете отработать на практике конкретные навыки и тем самым развить ваших участников, дать их софт-скиллам вырасти на порядок. Значит, упаковываем тоже в коробочку. Ну вот еще тут у нас наклеечки. Там есть интерактивная экскурсия, тренинг. Вот для интерактивной экскурсии вам понадобятся вот такие вот листы. Мы их тоже возьмем. Эти все раздаточные листы мы тоже сейчас упакуем. Так, что у нас еще есть? Ой, еще карточки. Ну, посмотрите, сколько их. Это у нас для самопрезентации, это у нас для буктрейлера, это у нас тоже для этикета, для таймлайна. Ничего себе, сколько у нас всяких разных всяких у нас карточек. Мы их сейчас аккуратненько уложим, так, чтобы было хорошо. Значит, что еще у нас есть? Ой, еще это у нас бота-карточки, это у нас ботики вот так вот. Собираются бутики. Значит, есть карточки, кто с нами знаком, да, кто с нами давно работает. У нас есть игра бариста по мультимедийному сторителлингу. Мы часть тренинга бариста пересобрали в тренинг по мультимедийному сторителлингу и используем бариста-карточки дальше и наши стаканчики. Любимые, кто их знает, мы их тоже используем в рамках этого тренинга, но немножко с другими правилами, нежели в баристе. Так, пошли у нас сюда. Что-то еще у меня здесь, я еще не все упаковала. Что у нас еще здесь есть? У нас здесь есть плюсом к первой карте. К первой карте у нас есть игра. Мы ее давали скачивать бесплатно. Если она у вас есть, это прекрасно. Если нет, то вот она пойдет в подарок к коробке. К ней есть правила игры. Это бродилка, где вы кидаете кубик, где вы кидаете кубик и ходите по полю. Игру мы в прошлом году очень активно тестировали на людях очень разных возрастов. Пошло на ура. Поэтому вот мы ее включили в эту коробку. Есть еще вот такой плакат «Лабиринт». Это плакат для тренинга по ботам. И там внутри зашитая игра. Ничего про нее не буду рассказывать. Вот кто будет ботов делать, те в «Лабиринты» будут играть. Ну и две няшечки, просто подарочных. У нас такая добрая традиция сложилась, мультимедийные скороговорки. Их очень хорошо и очень удобно использовать в качестве разогрева для старта вашего тренинга или там, для каких-то активностей, разгрузочных активностей в процессе работы. То есть это все скороговорки, в которых фигурируют разные медийные, мультимедийные термины, и они так погружают
С одной стороны, он помогает разогреть рот, потому что на наших тренингах очень много участникам приходится говорить, доказывать, аргументировать, представлять. И вот разогреваем рот скороговорками, либо ржем весело, у кого быстрее, лучше получится их произнести, если вы хотите как-то аудиторию свою, свою группу немножечко расслабить. Вот, собственно, как у нас выглядит одна коробка. Это первая коробка. В описании есть ссылочка, где можно посмотреть, из чего состоят другие коробки, какие тематики там есть. Вот, собственно, наша запаковочка сегодня и сложилась. Задавайте вопросы, ставьте хэштег «Сделано медиабокс», становитесь подписчиками нашей рассылки. Что еще можно сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Много всяких таких разных клевых штук мы умеем делать и очень сильно хотим, чтобы как можно больше людей, как можно больше педагогов, преподавателей и тренеров использовали веселые, классные, полезные, эффективные материалы для проведения своих тренингов. А мы всячески готовы в этом вам помогать. Все, до встречи в следующем эфире.